Где? Вон. Не, Маша, вон. Пожалуйста, пожалуйста. Когда шумно, крокодили начинают ходить. Когда шумно, не шумите, пожалуйста. Тихо, спокойно. Не шумите. Барка крокодилов, Бангуль, столица Гамбии. Наши русские туристы фотографируются с крокодилом и трогают его. Он где-то бежит. Страшные русские девушки. Давай меня. Не надо ходить перед ртом. Не надо ходить перед ртом. Под названием «Съемка крокодила». Или, итак, маленький комментарий. Низкий крокодил. Не шумит, сколько ему? Не шумит, не шумит. Годика два, полтора, побольше. Ой. Ну, лапочка. Ну так. Да ничего страшного. Говорят, через 9 месяцев можно родить. Фотографироваться на фоне крокодилов. Нет, вот не в такой поверье, если женщина хочет забеременеть, она подходит к крокодилу. Не мог бы я не Где пару? Не надо бомиться сначала вода с озера. Там дождь. Вот видите, маленькая комната там. Вот там раздеваться и бомиться сначала. Потом загадывать желание. Вот эта комната маленькая. Их бы кормили вечером хорошо. Вечером хорошо кормили. Вечером захотят, да? Не, вечером кормили хорошо. Поэтому мы такие спокойные сейчас. Если крокодила, мы спокойны. Смотрите, пожалуйста, кто хочет покупать настоящий зуб крокодила. У него есть зуб крокодила настоящий. Маленький и большой. Это зуб крокодила. How much is the small one and the big small one? Small one is 150. Big one is 250. Маленький зуб крокодила 150 баласов. Большой 250 баласов. То есть маленький 3 доллара. Большой 5 долларов. Зуб крокодила. Got, у него. What? У него кубик. Сразу. He wants it. We're going to the big tree there? Yes. Yes, we're going to the show him the piece. The leftover. Okay, okay. There's no problem. Зуб. Вот это маленький, 3 доллара, а большой 5 долларов. Большой зуб. Вот, I look after these people here. We go at the back, we sell. Хорошо. Смотрите, да. Мы пойдем туда, где большой зуб. After the visit, everybody can go there. But we have to go to the big tree. Yes, the big tree. Маленький большой. Who wants to touch? Four. Which one? This one. أنا حكيتها عندي أحكيلك مش هيك أنا حكيتها يعني مو تدوي دراسة مش هيك برايلا 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 no problem что ему делать да one big for five it's okay it's no problem yes а бейт один а нан не видел а галапан нан four okay yes that's right
Five. No, 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 no. Шестая девушка. Next. Догни? Any, кто хочет еще потрогать или все? Can, yes. Come here, please. Чува яйца. Догни. Тот человек баглядели перед вами. Давай, баглядите, давай, давай. Давайте, руку, давай, баглядите. Окей, окей, окей. Все хорошо. Отсюда, отсюда. Не бусы. Нет, дохли гуава. Гуава не дохли. Алка белон доста. Оригинал, yes. Оригинал, yes. All Mandinka people come from Mali. I mean the one who makes this wall. Yes, that's the family. It's a clan. The Bojang family are responsible for here. What's the name of the family? Bojang. Bojang. Bojang? Bojang. Bojang. Next temple. He's he's part of the family. Ah, Bojang. Yeah, yeah, this is why they are here. All these people, they belong to the family. Bojang because family. It's customary for them with the crocodiles. It's part of them. And the crocodile from where? From here. They travel. The crocodile also travel. So came from where? Yeah, they come from the far part, as far as the other part. I don't know. The North Bank or the northern part of next temple. They travel along through the canal. Long travel. So this crocodile from Senegal? No, no. These are Nile species. They are originated from the River Nile. River Nile, yeah. But we have crocodiles. It's from the River Nile? We have crocodile based in the Gambia here also. You know, their descent is they travel through the canal until they reach the point. Crocodiles so come travel here. How long? How long? Until they reach here. That's why I quote. There are a lot of canals that they travel. Next temple. Otherwise, you can only find them in salt water. Next temple. So after we